Меня зовут Любовь Чистякова, я селекционер агрохолдинга «Поиск». Сегодня я вам расскажу, как правильно выбирать семена огурца. Прежде всего, мы должны выбрать, сорт это будет или гибрид. Когда выбираем для выращивания сорт, говорить о стабильности урожайности не стоит, потому что сорта очень сильно реагируют на погодные условия. Еще одним минусом сорта является его низкая устойчивость. Не все сорта могут похвастаться данным качеством. В ассортименте агрохолдинга «Поиск» достаточно много сортов. Это такие сорта, как «Изящный», «Пальчик», «Засолочный». Так как селекционеры сами контролируют процесс семеноводства, я гарантирую, что данные сорта однородны и стабильны по урожайности. При этом очень важно помнить, что гибриды всегда урожайнее сортов на 30, иногда даже на 70%. Очень важное качество гибридов – это их устойчивость к болезням. Например, гибриды «Кристина» и «Каролина» устойчивы к 4 болезням. Это достигается тем, что материнская форма «Кристины» и «Каролины» имеет устойчивость к вирусу огуречной мозаики и пернаспорозу, а отцовская форма – мучнистой росе и кладоспориозу. Выращивание устойчивых гибридов увеличивает длину вегетационного периода и позволяет выращивать продукцию без использования химических препаратов. Продукция без химии не только вкусная, но и безопасная. Следующий вопрос при выборе семян. Вы должны определиться, партенокарпические гибриды это будут или пчелоопыляемые. В природе для формирования зеленцов необходимо, чтобы на женские цветки попала пыльца с мужских цветков. В этом помогают нам пчелы, шмели и другие насекомые. Любителям выращивать пчелоопыляемые гибриды рекомендую их выращивать не в теплицах, а в открытом грунте. В нашем ассортименте имеются персей, аристократ, даша, бодрик, василиса, диана, багратион и еще много гибридов. Данные гибриды формируют достаточно большое количество женских цветков, что обеспечит максимальный урожай. При партенокарпии образуются плоды без семян, либо семена пустые. Благодаря уникальному свойству завязывать плоды без опыления, такие гибриды стали очень популярны у населения. И такие гибриды можно использовать не только в открытом грунте, но и в теплицах. Гибриды «Бастион», «Изумрудная россыпь», «Атос», «Форсаж» имеют не только женский тип цветения, но и в одном узле формируют по 3-5 завязей, что обеспечивает их высокую урожайность. Соответственно, для выращивания в теплицах я рекомендую выращивать партенокарпические гибриды, а выращивать в открытом грунте – партенокарпические и пчелоопыляемые. При выборе семян вы должны знать, для каких целей вы собираетесь выращивать гибрид. Для потребления в свежем виде, для маринования или для засолки. Для потребления в свежем виде рекомендую использовать салатные огурцы. Такие как форвард, аромагия, веер, хрустящий ломтик, хрустляндия. Форвард имеет длину 20-25 см. Кожица у него нежная, мякоть сочная, семенная камера большая. Такой огурец незаменим в салате. Самое главное, они очень ароматные. Также к салатным огурцам у нас относится гибрид «Хрустляндия». Он по сравнению с форвардом имеет тоже длину 20-25 см, но на нем есть бугорки. Данный гибрид не только можно использовать в салатах, но также мариновать. Он тоже отличается хорошим ароматом, вкусом, сочный и очень сладкий. А самое главное, он хрустит. Есть у нас еще маленькие огурчики, такие как веер и хрустящий ломтик. Даже когда резала, он очень хрустел, тоже сочный. Несмотря на то, что у него небольшая семенная камера, но достаточно очень вкусный и сладкий. Огурцы универсального типа можно использовать не только в свежем виде, но и консервировать. В народе бытует мнение, что партенокарпические гибриды нельзя солить и мариновать. Но в настоящее время селекционеры уже поработали над этой проблемой, и существует ряд партенокарпических гибридов, которые совершенно замечательно себя чувствуют в засолке. Гибриды «Атос», «Форсаж», «Экипаж», «Стиляга» очень хорошо солятся и маринуются. При засолке не теряют своих качеств ни хруста, ни вкуса. Свой урожай – это всегда путь к здоровью и долголетию. Хороших вам урожаев!